Дорогая MC Church, мы спешим вас поблагодарить из Кении. Вы сделали невероятный вклад здесь, на горе Элгон, в судьбу миссии и в судьбу одного пастора, епископа Никсона, и его семьи, которая на протяжении последних нескольких лет открыли 22 церкви на горном хребте в расстоянии приблизительно 150 километров друг от друга. Это пасторская семья, они преодолевали пешком, на перекладных. И для того, чтобы посетить какую-то церковь или открыть какую-то, начинать новую церковь, они шли пешком иногда несколько дней. О, Уильям! Не Уильям! The speaker wants to get into your house, it's yours. Our church from Sacramento, Bishop. I thank God. Our church from Sacramento, our pastor Ola. Oh, God bless she you. She couldn't sleep a couple of nights. Oh, so, yeah. So God gives you this present. Yeah, thank you. Now, God has here, my friend. Put the jacket on. Hey. Что, большое вам спасибо за этот вклад, спасибо вам за то, за этот мотоцикл, потому что это огромное благословение для этой семьи также, потому что в доме епископа Никсона растут 16 детей, это 8 приемных детей и 8 его родных детей. Приемных детей он просто взял из среды и поселил их в своем доме, потому что они остались без родителей, они остались без питания, без образования, и он делает все возможное для того, чтобы и судьба этих детей, она сложилась абсолютно по-другому, и эти дети просто могли выжить. Так что это огромное пасторское сердце, это огромное отцовское сердце в этом человеке. И вы благословили эту семью, потому что в судьбе епископа Никсона несколько лет назад пришла болезнь, из-за которой он потерял работу. И теперь такая ситуация, что мотоцикл это практически единственный доступный заработок для этого человека, для того, чтобы он мог каким-то образом содержать и обеспечивать свою семью. Спасибо всем тем, которые участвовали. Спасибо, пастор Оля, потому что это была основном, я знаю, это была твоя инициатива. Мы очень благодарны тебе лично и тем людям, которые откликнулись на этот призыв. И пусть Бог вас всех благословит. Мы ценим, мы любим вас. И также огромное привет от епископа Никсона всей MC Church. My City Church, God bless you. God bless you. God bless you. And I think I started from the time, right? Now the work of God is going to become easier.